Вознесение Господне относится к числу главных церковных праздников. Название его отражает завершение земного служения Иисуса Христа. Для каждого православного этот день наполнен особым смыслом. Это великий 20-й передвижной праздник. Почему передвижной? Потому что он зависит от празднования праздника Пасхи. И всегда празднуется на 40-й день после Светлого Христового Воскресения. Этот праздник почитался христианами испокон веков, с 1 века, о чем в ранней христианской церкви неоднократно встречаются свидетельства. Прихожане Петропавловского собора отстояли праздничную службу, причастились и поставили свечи. Торжественную литургию возглавил владыка Амвросий, епископ Нефтекамский и Октябрьский. Богослужение отличается от обычного богослужения песнопениями, которые в основном все посвящены событию вознесения Господа нашего Иисуса Христа во плоти на небо и сидение Его одесную Бога Отца. Мы с радостью всех православных христиан и всех жителей города поздравляем с этим великим праздником, желаем здоровья и помощи Божией. В этом году праздник выпал на середину недели. Это значит, что если у горожан нет времени посетить храм, то можно почитать молитву дома. Татьяна Кокорина, Никита Кабанов, информационная программа «Ежедневник».